Мишлен представляет. Россия – лучшая в мире страна для зимних путешествий. Чтобы доказать это, мы отправились в дорогу. Когда на пути встали заснеженные горы, мы подумали, для других преграда, а для нас – шанс. Проект «Рули зимой». Ира, посмотри, какие горы. Жалко, что туда нельзя забраться на машине, даже несмотря на то, что у нас шины X-Ice North 4. Это просто, конечно, кайф какой-то. Оттуда бы катнуть сейчас. Не дави на больную мозоль, я тебя прошу. Женька, я придумала. Я придумала! Мы сейчас едем, вот здесь правее надо будет держаться. Подожди, ты намекаешь, что типа мы заберемся наверх? Ну, что-то типа того. Я тебе ничего не расскажу, просто доверься. Окей, босс. Сейчас обалдишь. Зимой в Хибинах снега выше крыши. Путешествовать можно только на собачьих упряжках. Или горячий снег. На снегоходе по Хибинам. Ну, скажи-ка, пожалуйста, есть ли у тебя теперь варианты, зачем мы сюда приехали? Вариантов у меня несколько, ну а самое главное, что ты наконец-то научилась читать мои мысли. Здрасте! Здрасте! Здравствуйте! Женя! Игорь! Ира! Игорь! Вау! Привет! Как же я люблю такие приключения, скорость, драйв! Я уже в предвкушении самого лучшего путешествия в своей жизни. Да. Зимнего путешествия. Хибины ждут вас. Отлично. С радостью. Мы готовы их, я не знаю, покорять. Это уместно говорить уместно, в отношении города? Конечно. Что нам для этого нужно? Пройти инструктаж, оседлать снегоходы. Игорь, какой инструктаж? Вы нас обижаете. Вы что? Она отлично водит машину, вы бы видели. Я просто во всем просто в порядке. Отличный. Погнали. А, кстати, подождите, а кто на чем? Самый красивый, модный снегоход. Желтый. Желтенький? Это мне. Для... Нет, самый красивый, модный. Глаза больше фар. Так. А мне самый быстрый, я так понимаю. Самый быстрый, самый мощный снегоход. Один из самых мощных снегоходов. Это горный снегоход, которого нет преград. Ну что, шапки долой. Ох. Шлемы вперед. Игорь уже соблюдаем готов. Соблюдаем дистанцию. Стартуем. Все готовы? Полный вперед. При взгляде из космоса Хибины похожи на каменный цветок. Но подарить его своей девушке может только неисправимый романтик. Впрочем, по легендам местных жителей, именно в Хибинах спрятан заветный рай. В этом раю очень холодно. Спасает только движение. Ир, я не пойму, мы сейчас только что были в горах, там было солнце, а теперь идет снег. Чувак, это горы, прими это. Вот такая здесь будет погода, она будет меняться раз в секунду, действительно. Ты знаешь, во время нашего путешествия тебе все время хотел рассказать, что я вырос в Сибири, я привык к зиме, но я ни разу не был вот так вот в лесу, заехав на снегоходе и не наслаждался вот этой тишиной, вот этой красотой. Слушай, я не знал. В таком случае у меня к тебе есть один вопрос. Какой? Кто молодец? Ты молодец. Я молодец. Ладно, мы молодцы. Давай, погнали. Команда. Иди на свой тихоход, точнее снегоход. А я на своем быстреньком готов поджигать. По полу. Кое-где снежный покров здесь имеет розовый оттенок и неожиданно сладкий запах арбуза с малиной. Это потому, что в воде есть особые живые организмы розового цвета. Так что не бойтесь с размаху ударить лицом в снег. Это вкусно. Это просто супер! Это такой кайф! Спасибо! А что это такое? А это у нас восьмое чудо света, чистейший источник воды подземный. Под давлением фонтаном бьет из земли и вырастает вот эта постоянно ледяная скульптура. Да. Ничего себе, вот это матушка природа, а? Не перестает удивлять. Слышно! Каждый год по-разному, да. Все мы сегодня видели. Горы, эмоции, драйв, снегоходы, красивых девчонок. Но я взял с собой сноуборд. Да. Игорь, если я на нем не покатаюсь, то наше замечательное приключение пройдет. Это вообще не вопрос, делается на раз-два. Серьезно? Конечно. Достаем из кофра
веревку, распаковываешь сноуборд, цепляем и в горы. Отлично, я уже думал, за ноги привязываем меня, прокатим и все, больше мне ничего. И отбиваем всякое желание. Я готов, ребята, максимум драйва, погнали! Зимой в Хибинах образуется температурная инверсия. В горных районах становится теплее, чем в низине. И теперь мы знаем, почему. Просто в горах зажигают по-настоящему. Приехал! Кайф! Просто супер! Вообще фантастика! Игорь, спасибо огромное, эмоции незабываемые. Спасибо вам большое. Кайф, кайф, ребята, супер. Как я летел, вы видели? Это просто фантастика. Друзья, я ни разу не пробовал кататься на сноуборде, прицепившись к снегоходу. Если смог я, сможете и вы. Ребята, сегодня мы были в Хибинах. Мы их покорили, да? Конечно, было очень круто. Путешествовать зимой в России интересно, круто и безопасно. И, кстати, если вдруг у вас есть идеи для путешествия зимой, присылайте их нам вот сюда, на этот адрес. Рули зимой. И помни, хорошие шипованные шины – залог безопасности на зимней дороге. Дело говорит. Разбираются? Дело вообще круто. Неважно, лед под колесами или асфальт, шины Michelin X-Ice Norse 4 дают контроль над любой зимней дорогой. Так что смело планируйте новое путешествие. Все дороги северной зимы послушно лягут вам под колеса. Рулите зимой вместе с нами. Проект «Рули зимой». Как расстегнуть? Я водить научился, вот расстегивать нет. Ну, это в другой передаче уже. Трубочка кверху. Ребята, если у вас есть классные идеи для путешествий, так присылайте их нам. Вот на этот адрес, внизу. Рулите зимой. Рули зимой. Давай еще раз. Ты же не упал ни разу. Сейчас первый раз, когда ты коснулся снега. Да, действительно, ты раскрываешь секреты. Такой легкий бэкстейдж. Действительно, я ни разу не упал, поэтому я крут. Ладно. Из-за того, что решил. Команда. Извини. Ну, круто. Очень класс.